Украинском РУВД города Бреста на регулярной основе проводится профилактическая работа с подотчетными гражданами. Ранее они приступили закон по разным статьям и причинам, а уже сегодня они пытаются загладить вину и исправить ошибки. На учетах в уголовно-исполнительных инспекциях области состоит немного более 10 500 лиц, имеющих судимость. Часть из них – это осужденные, отбывающие различного рода наказания. А часть наказаний уже отбыли и состоят на профилактическом учете, а также находятся под профилактическим наблюдением. Из отмеченного числа подотчетных порядка 27% – неработающие. В основном это лица, которыми наказание уже отбыто. Со стороны сотрудников милиции и иных субъектов профилактики предпринимаются меры по их трудоустройству. Когда трудоустроить подотчетного по ряду различных причин не получается, он не реже одного раза в месяц является в инспекцию, где с ним проводится профилактическая работа, в том числе опять же предпринимаются меры к трудоустройству. Сегодня в уголовно-исполнительной инспекции Ленинского РУВД города Бреста в ходе проведения профилактических мероприятий подотчетным было предложено добровольно на безвозмездной основе оказать помощь в благоустройстве социальных объектов в преддверии республиканского субботника. Часть из них согласилась. Такое поведение может говорить о том, что они становятся на путь исправления и в дальнейшем в случае трудоустройства и законопослушного образа жизни в соответствии с законодательством судимость им может быть снята досрочно. Это не первое такое мероприятие. Проводится оно не только в уголовно-исполнительной инспекции Ленинского РУВД города Бреста, а во всех инспекциях области. Практика проведения таких мероприятий будет продолжена. С начала 2024 года по инициативе самих осужденных Ленинский РУВД регулярно проводит своеобразные субботники. Все участники работ состоят на различных учетах в уголовно-исполнительной инспекции и принимают участие в акции добровольно. Посредством труда и взаимодействия друг с другом они социализируются, перевоспитываются и строят планы на будущую жизнь, вне вынужденной по своей вине изоляции. Такая акция прошла и в средней школе номер 20 имени Дмитрия Карбышева. Вообще у нашей школы уже на протяжении нескольких лет активно принимает участие и вместе работает с правоохранительными органами. Недавно, в конце марта, у нас прошла неделя профилактики правонарушений. Наши ребята встречались с представителями прокуратуры, представителями милиции, проходили различные профилактические беседы, которые способствовали правовому воспитанию учащихся. На территории нашей школы проходит сегодня акция, и посредством трудового воспитания подростки, которые совершили правонарушение, и взрослые люди смогут, я надеюсь, вернуться в правильную колею жизни, наладить ее в правильном направлении, и все у них восстановится, и будет хорошо, а мы будем помогать им в этом. Жизнь складывается хорошо. Учусь в автошколе, нашел работу, еще не устроился, правда, все отлично. Решил проявить инициативу активное участие, потому что для страны. Я отбыл наказание в исправительном учреждении. Теперь решил помочь городу. Почему решили помочь? Ну, на учете еще стою, в инспекции. Вот решил помочь. Как складывается ваша жизнь после этого? Нормально работаю. Теперь полезная и нужная практика трудового воспитания будет проводиться Ленинским РУВД на постоянной основе. Планируется, что она будет проходить каждый квартал, а желающих помочь городу безвозмездно с каждым разом будет все больше. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.